Вопрос, сколько может не спать человек? Тоже нашла такую интересную табличку, поэтому вот я решила ее сюда включить. Одна бессонная ночь, появляется усталость, снижается внимание и память. Если 2-3 ночи, начинается координация движения. Ну, да, многие замечали, да, вот, когда ночь не поспишь, ну, я не знаю, взрослые люди вообще редко так делают. Это обычно подростки, да, ну, подростки, молодежь, ночь на дискотеке потусишь, да, а утром идешь на работу, там, на учебу. И вот появляется усталость, снижается внимание и память, ты вот с трудом держишься, чтобы как-то высидеть, чтобы потом упасть, да, и отрубиться. Вот, 2-3 бессонные ночи, нарушается координация движения, ухудшается концентрация зрения, речь, появляется нервный тик и тошнота. 4-5 бессонных ночей наступает чрезвычайная раздражительность, галлюцинация и бредовые идеи. Вот 4-5 бессонных ночей, мне это знакомо, я в прошлом году упала, сильно ударилась головой. Как раз это были майские праздники, в офисе не работаю, то, что у тайцев тоже в мае, как раз 1 мая не отдыхают. И я куда-то, видно, так хитро попала, что у меня, я перестала спать. И вот где-то 4 ночи я не спала, и да, вот пока не открылся офис, я не смогла взять себе коллег, капсулы, которые помогают уснуть. Я вот просто, я реально, я никак не могла уснуть. Не, ну, снотворное вообще в Таиланде сложно достать без рецепта врача, а мне как врач посмотрел и решил, что мне не надо пока снотворное, потому что меня осматривали как раз сразу после падения 30 числа, а вот 1 мая я поняла, что я не могу уснуть. Вот. Здесь вообще снотворное не приравнивается к антибиотикам, ой, к этим, к наркотикам, и я стараюсь, ну, тоже только натуральные средства использовать. И да, и бредовые идеи были, раздражительность, ну, плюс еще травма головы, как бы все наложилось. И только когда вот я открылся офис, как раз было поступление этих коллег, была задержка поставки, и в Паттайе я не смогла их найти. И когда я начала пить эти капсулы, я смогла уснуть наконец-таки. Такой кайф для меня был, просто непередаваемый. 6-8 бессонных ночей, к счастью, на себе не переносила, но замедляется речь, дрожь конечностей, конечные короткие периоды потери памяти, странности поведения. Ну вот, и 11 ночей без сна – это рекорд 17-летнего Гарднера. Вот, ну, в общем, сон, как видите, он реально очень сильно влияет на наше поведение, наше мышление, потому что во время сна наш организм восстанавливает свои силы, перезагружается. И вот, кстати, тоже очень интересный момент. Я читала это исследование о том, что нельзя выспаться оптом. То есть, если ты, ну, это как бы, есть исследование, есть у меня личный опыт, вот если ты долго-долго не досыпаешь, то ты не можешь как бы сразу это вот компенсировать все, чтобы вот лег и там неделю, да, проспал, потому что ты все компенсировал, и все, ты вот, все, все нормально. Сколько бы ты ни спал, там вот сутки, какое-то определенное количество часов ты можешь потом поспать, но ты сам просто автоматом проснется. Но я вспоминаю, когда я сдавала сессии, и, ну, у меня была очень напряженная учеба, там много всего надо было сделать, там творческие задания, все вместе. Я не досыпала, сидела над эскизами, над чертежами месяц при сдаче экзаменов, при защите дипломных работ. И после этого, когда я приезжала к бабушке, я просто несколько дней, 2-3 дня я спала. Бабушка была в шоке, она вообще говорит, слушай, она там вообще живая, а мама говорит, да нормально, все, ребенок отсыпается, она вот экзамены сдавала. Вот. А, как бы, ну, тоже все индивидуально. То есть кто-то говорит, что вот нельзя вот так вот оптом выспаться, а вот я высыпалась, у меня были такие моменты. Вот тоже, кстати, со сном очень интересный момент. Когда тоже у меня была напряженная работа, напряженный график, учебный тоже перед экзаменами, во время экзаменов. Помню, мама тогда работала в компании Sunwriter, она принесла вот энергетический напиток, говорит, вот мы сейчас с вами выпьем этот энергетический напиток, он там витаминизированный был, и энергично уберем квартиру. Я выпила этот напиток, и через полчаса я отключилась. Причем я уснула настолько глубоким сном, что меня никто не мог ни разбудить, ни подвинуть, там вокруг меня жужжали пылесосами, двигали кровать, сам, да, и так далее. А я не могла проснуться просто, потому что организм получил дозу витаминов, и он решил восстановиться. Он меня просто отключил, сказал, хватит издеваться, все, отключайся, давай спать. Что как раз-таки вот во сне
наш организм по максимуму может восстанавливаться, вот, наладить восстановительный процесс. То есть он получил энергию и вот поэтому решил воспользоваться моментом. Вот, поэтому сон, именно высыпание, это очень важный момент.